Гидрокислота. Щелочь – это реактив. Специалист лаборатории отмеряет ее до тех пор, пока раствор не станет нейтральным. По объему добавленной щелочи вычисляется содержание кислоты. Есть методики для определения массовой доли сахара, спирта, других веществ. Диоксид серы останавливает химические реакции, но с ним важно тоже не переборщить. Это рутинные операции, которые проводятся на любом предприятии, и от них зависит качество вина. Такие же задания были на национальном чемпионате рабочих профессий, который прошел в Краснодаре. То, что займу первое место, естественно, надеялась. Ну, нам же не говорили, как мы себя проявили, правильно мы, неправильно делали. Естественно, я переживала, хотела. Уходила с головой в свою работу. То есть, отстранялась от всего и делала то, что от меня требуется. WorldSkills – это всемирное движение молодых профессионалов, которое очень похоже на олимпийское. Студенты соревнуются в мастерстве – токари, слесари, плотники, каменщики. Есть общая методика проведения соревнований и объективные критерии качества, допуски, погрешности. Именно анапчане предложили соревноваться будущим виноделам. Организаторы инициативу поддержали. Теперь на кафедре самое современное оборудование для организации учебного производства. Этим занимаются на старших курсах. После 18 лет изучать брожение начинают с кваса. В целом, выступление на национальном чемпионате здесь считают успешным. Несмотря на то, что по кирпичной кладке, да, обидно. Обидно не получить призовое место. Но получить 5-е среди 15 по России, я считаю, это успех. 6-е место по флористике среди 12 участников, это успех. Причем обойти даже первое место края. Та девушка, которая заняла первое место, мы ее обошли. По мнению Ивана Чернышова, здоровые амбиции – то, чего не хватало в обучении. Ремонт в этой аудитории сделали сами студенты по мотивам задания с краевого этапа чемпионата рабочих профессий. Они решили сами сделать. Незачем нам на участках, мы сделаем полностью весь кабинет. В планах развивать компетенцию виноделия и предложить соревноваться будущим агрономам.